Сильнейший пожар вспыхнул в ночь на четверг в одной из больниц Анкары. Возгорание произошло в отделении неврологии, где находились около 100 пациентов. Через крышу здания вырывалось пламя, рассказывает очевидец происшествия. Сначала я увидел дым с левой стороны. Мы сообщили службе безопасности, а потом увидели языки пламени. Спасателям удалось вовремя эвакуировать пациентов. Сведений о пострадавших не поступало. К больнице прибыли несколько пожарных расчетов. Припаркованные рядом со зданием машины на всякий случай эвакуировали. Через 2 часа огонь удалось потушить. Причины возгорания неизвестны.